Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, я эксперт в области здоровья и красоты швейцарской компании Vivasan. Я как и сижу дома и хочу остаться здоровой и красивой. Конечно, мы знаем, что нужно для ухода за кожей. Это очистка, питательные вещества, расслабление мышц. Все это у нас есть. Можно, конечно, запланировать несколько походов в косметический салон, но салоны закрыты, да и накладно. А хотите иметь свой персональный салон красоты? У меня в руках ультразвуковой массажер, который усиливает действие крема в несколько раз. Наверняка вы слышали о таких приборах. Чем же отличается массажер, который рекомендует компания Vivasan? Главное, он безопасен, простой и мобильный в использовании. Почему именно ультразвук, спросите вы? Да потому что именно ультразвук усиливает проникновение активных веществ любого косметического и лечебного средства. Массажер сочетает в себе 4 режима. Это 4 разных процедуры в салоне, которые несколько раз дороже, чем стоимость одного массажера. Первый режим – это ионная очистка. Глубокая очистка пор лица, удаляется микроскопические загрязнения, невидимые глазу. Применяется ежедневно, утром и вечером в течение 3-5 минут. Очень важно, первое – провести демакияж, и второе – обязательным условием использования ватного диска. Ватный диск прикрепляется к ультразвуковому массажеру, наносится очищающий гель. По массажным линиям мы очищаем кожу лица, шею и область декольте. Затем смываем и далее тоником доочищаем нашу кожу. Итог. Кожа будет подготовлена к проникновению активных ингредиентов какого-либо косметического средства. Второй режим – это ультразвук. Активизирует кровеносную и лимфатическую систему, устраняет отеки лица, дает лифтинг-эффект, улучшает тонус кожи. Именно в этом режиме можно использовать наши лечебно-профилактические средства, такие как крем тимьян, гель BC28 и другие. Тонким слоем на влажную руку мы наносим крем и используем массажер. Третий режим – это электромиостимуляция. Омоложение лица без хирургического вмешательства. Пассивная гимнастика для лица. Идет проработка глубоких мышц для получения более упругой и потянутой кожи. Уходит усталый вид, мешки под глазами. При систематическом использовании даже уходит нависшее веко. И этот режим прекрасно подходит для лечения акне. И четвертый режим – это мой самый любимый. Это тепловой режим. Этот режим проводится в вечернее время суток, после трудового рабочего дня, для идеального расслабления мышц лица, то, что нужно, чтобы уменьшить морщинки. Если вы все делаете правильно и систематически, результат заметят все. Когда закончится самоизоляция, ультразвуковой массажер можно использовать в поездке. Буду рада ответить на ваши вопросы. Звоните, оставайтесь дома и берегите себя.